Друзья, всем привет! Ну что, вчера отдыхнули мы, Катюха, так ничего не делали. Ну, поспали, утром управились, поспали. Ну, отдыхали, короче, там спрашивали, когда ты отдыхаешь. Вот вчера отдыхали целый день, ничего не делали. Ну, только сходили там, поуправлялись, такое, по мелочи. Вчера утром мы пришли, но тоже вот это все до кучи. Один поросенок кузины был мертвый. Я его закопал. Ну, не спасли. И сегодня утром второй тоже умер. Они, вот это что я им давал, только молоко. Ну сколько, ну я 2-3 раза им давал. Я думал просто им как бы помочь. Думал, они сейчас немножко силы наберутся и будут пить, ну, мамкино молоко. Ну, не получилось. Ну, я вам сейчас пойду покажу тех всех остальных ребятишек. Они такие все, тьфу-тьфу-тьфу, хорошие. А сегодня я ездил, тоже вот пришел сейчас 4 часа, на улице хорошо, пасмурно, солнца нету. Ну, парит очень жарко, вот я весь мокрый. Здесь мопед стоит. Сейчас, жены. Купил я, короче, сегодня, ребят, смотрите, пистолет, ну, самый дешевый, обыкновенный, он мне, может, когда-то еще пригодится, баллон пены, чтобы позадувать окна, которые буду делать. Поилку купил, вот такую вот, она стоит 74 гривна у нас. Хотя стоила в прошлом году вот такая вот поилка 50 гривен всего-навсего. Я говорю, что так дорого? Получается, считай, на 50% подорожало. Да, было 50, стало 75. Грубо говоря, 50%. Вот такой вот этот я купил. Выключатель день-ночь. Поставлю на фонарик, который этот. Ну, у Володьки вот тут стоит. Чтобы он сам, потому что бывает... управились там раньше или позже. Сейчас туда-сюда темнеть будет рано. Мы все равно в 6 часов будем ходить. Поэтому и этот, думаю, поставлю. Жира купили немножко так для запаха добавлять. Купили лекарства и вермектин. Колоть поросяток. Не поросяток, а свиноматок буду колоть. У меня такой еще... По-моему, есть пузырек один. Он тут на 330 килограмм. 10 миллилитров. И купил, вот буду добавлять немножко. Это для поросяток Васи. Пускай он немножко. Вася остался у нас. Всех поросят забрали люди. Они приехали в тот день, когда я то и говорил, что после... В том видео, в этот же день, они же забрали уже поросят. Все нормально. Всех сразу, кроме Васи. Так что Вася с нами. Сейчас я пойду вам его покажу. И еще сегодня ездил на металлолом. На все три металлолома, которые у нас тут есть. Потому что на одном металлоломе вот такая вот арматура. Вот. Это я с куском набрал. Ну, как раз мне где-то вот на всю машину. Вот так вот. Решетки буду здесь делать. Вот сделаю решетки. Наверное, сегодня начну. Завтра закончу. И уже завтра буду перегонять. Разобью эту стенку полностью, почищу. Проволоки еще взял, может пригодится. По 10 гривен нашел металл. Ту проволоку, которую на тот загончик я покупал. Покупал по 15, а это заехал, смотрю, такая же точно проволока по 10 гривен. Вот этот вышел, тут 10 килограмм на 100 гривен моток. Так что, ребят, будет чего еще делать, может. Ну, потихонечку, может, соберу еще. Все равно станков очень много еще делать. Поэтому я и этот. Ну, потихонечку, там есть возможность. Клад купил, есть возможность купил. И позвонил брату. Договорился с ним. Но не сейчас, он будет на этих выходных ехать к Сереге, там, Шелудька. И этот... Ячмень. У него, он сказал, на следующей неделе поеду, куплю еще полтонны ячменя где-то, чтобы у меня было покамест. Ну, я думаю, пока хватит. Сейчас туда-сюда кукуруза пойдет. Но я вам все буду показывать.
И этот, как его? И надо, у меня есть номер, за гору хочу позвонить. Пшеницы у меня хватит, пока я немножко добавляю. И гороха, может, куплю тоже полтонны. И я думаю, пока хватит своих зверюшек кормить. Пойдемте туда, в сарай, я вам сейчас все покажу, что там у меня. Ребят, вот, Семка отдыхает, вывалил свое хозяйство, весь грязный, тут у него грязевые ванны, бараны и Квитулечка. Квитулечка, иди сюда, ты уже популярный, еще Майкл Джексон. Здесь все за тебя спрашивают. И Снежка тоже популярная, что Майкл Джексон, да? Бараны, все нормально с ними, чуть-чуть. Рыжуха с чернухой. Вот они, завтра уже будут переезжать. Вот, Васю мы назад посадили до нее. Тот же ж вечер. И завтра этих дикобразочек мы отправим в тот, ну, в ихний загончик уже, который я для них сделал. Машка останется одна, а Васю сюда посажу покамест. О, пускай побудет маленький такой кабасик. Вон он живет уже, бегает. Все. Машка думала, что уже все, слава богу, а тут опять подкинули его. Васечка маленького, малыша. Свет я на день им выключаю, вот этот инфракрасный. Вот такие вот кабасики. Все тьфу-тьфу-тьфу, 10 штучек, очень хорошенькие такие. Толстые кабанчики, свинки. Ну, а два жалко очень, конечно, пропало. Ну, без этого никак, ребят, потому что хозяйство это, ну, как сказать, они тем более маленькие, когда и цыплятки, и все, и козлятки, все умирают, потому что они же не скажут, что вот у меня там болит то-то, то-то. Поэтому вот такая вот беда случается. Жалко, конечно, ну, без этого я же еще раз повторюсь, никуда. Все умирают, и цыплятка, и утятка, и козлятка, все-все-все маленькие. Вот они, вот такие вот ребятульки. Зина такая агрессивная, мне страшно к ней заходить. Я стараюсь меньше заходить. Сегодня еще вечером будем колоть им железо с витаминами. Первый раз. На четвертый день. Потому что я переживал, думал, ну там на третий надо колоть. На четвертые сутки, короче. Думаю, будет нормально. Вот, Васенька бегает. Один. Вот такой, по мамке бегает, боится меня. Васенька, боишься, да? Малыш. Ну что, ребят, вот такие вот дела у нас на хозяйстве. Сейчас уже не буду вам показывать, недолго. Я сейчас сделаю за 2 минуты. Я чисто сейчас проход пробью. И то не полностью, чтобы бараны, он уже здесь пробит на 30%. Осталось немножко. Я сейчас пробью где-то вот здесь. Ну, чтобы, если что, там у меня зерно, я уже замахался носить. Сегодня молоть надо. Сейчас пробью. И буду заниматься уже своими делами. Решетки буду. Сегодня не буду ставить такое. Завтра я вам все покажу. А сегодня так, все поподготавливаю просто. На завтра. Чтобы завтра с утра уже придем, поуправляемся. И я начну сразу заниматься. Чтобы завтра уже 100% они уже были там. Бетон подсох хорошо. Я там поубираю после маленьких поросяток. И, короче, вот такие вот пирожочки, ребят. Все, всем спасибо за просмотр. Всем пока.